что до законов, то они создаются в расчете на человеческую природу, которую они, естественно, расценивают не очень высоко. Победителю следует быть осторожным. Моральные победы нередко вредят тем, кто их одерживает. Мне всегда становится смешно, когда людям кажется, будто они знают, какими должны быть отношения между мужем и женой. Одно могу сказать: судить об отношениях других – самоуверенное идиотство. Он почти классик, ему для этого остается только умереть. Молодость замечает старость только при резких переменах. Пока человек жив, он хочет жить до бесконечности. Это и есть сущность жизни, но должно быть, ничего другого за этим не кроется. Дни рождения, как и дни Рождества, сотворены для разочарований. Всегда это притворное, заранее расписанное веселье. Всегда это дуло к виску. Веселись, кому говорят. Чувства гибнут, когда швыряешься ими на ветер. Мы знаем, что побежденных нужно действительно подчинить себе, иначе они начнут мстить. Деньги со всем, что можно на них купить, не приносят счастья, его приносит только любовь. Никаких компромиссов, никакой неуверенности. Не бродить по жизни, раздумывая, в чем ее смысл и стоит ли вообще существовать. Нет, просто жить ради того, чтобы жить. Молодежь всегда останется молодежью, а старики – стариками. Останутся недоверие и расхождение во взглядах, и всегда старики будут испытывать страстное желание чувствовать и думать, как чувствует и думает молодежь. И всегда они будут делать вид, что ни в коем случае не хотели бы так чувствовать и думать, а в глубине души всегда будут сознавать, что если бы им, старикам, дали возможность начать все сначала, они бы отказались. Война приучила думать нас о вечности, а потом война кончилась, а вечность осталась висеть над нами. Теперь мы не успокоимся, пока не достигнем ее.
Женщина, которая может шить себе красивое платье, еще не потеряла вкуса к жизни. Как мало надо, чтобы нарушилась связь между самыми близкими людьми. Чем глубже привязанность, тем легче дает она трещину, а из-за повышенной деликатности по отношению друг к другу оба и не пытаются вернуть утраченную близость. Но все же, пока люди не выразят свои мысли вслух, они сами не знают, о чем думают, а иногда не знают и после того, как высказались. Да чего же непонятная книга «Человеческое лицо»? Целые страницы заполнены какими-то личными мыслями, интересами, планами, фантазиями, страстями, надеждами и страхами. И вдруг бац, налетает смерть и смахивает человека, как муху со стены. И никто не узнает, как работал этот маленький скрытый механизм. Для чего он был создан, чему служил. Никто не скажет, плох или хорош был этот механизм. Можно издеваться над прежним временем. И, конечно, наше время таит больше соблазнов. Но что-то простое и честное ушло из жизни безвозвратно. Люди добиваются всего всеми правдами и неправдами, не желают больше ждать, когда удача сама придет к ним в руки. Все так спешат нажиться или прожиться. Деньги во что бы то ни стало, каких только не продают теперь шарлатанских средств, каких только книг не печатают, махнув рукой на правду и на приличие. Как мало в людях непредвзятости, как легко они поддаются личным чувствам, а эти чувства и их оценки определяются их собственными предрассудками. Самая гадкая черта в женщинах – мало им своей души. Женщине вечно нужна душа мужчины, ребенка, собаки. Понимаете ли вы, что человек, находящийся в разладе с самим собой, не годится для совместной жизни, пока не избавится от этого разлада? Засадить льва или тигра в клетку – самое настоящее варварство. Однако ни один цивилизованный человек не признает этого.